знаковый день. Сегодня более 30 детей-сирот получили жилищные сертификаты. Хождение по мукам закончилось. В Березниках сегодня торжественно открыли многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг. Лед, музыка и хорошее настроение. Главный каток города готовится к приему гостей. Это новости на ТНТ, в студии Елена Вавилова. Здравствуйте! Сегодняшняя пятница полна, можно сказать, знаковых событий для города. Одним из самых обсуждаемых стало подписание трехстороннего соглашения между правительством Пермского края, Уралкалием и администрацией Березняков о порядке финансирования в 2013-2015 годах мероприятий по переселению березняковцев из непригодного для проживания жилого фонда, включая строительство новых объектов инфраструктуры и снос расселенных домов. Новое соглашение, которое было подписано буквально на днях, взбудоражило всех березняковцев. В ожидании чего-то нового и неизвестного у людей, конечно, возникла масса вопросов. С глазу на глаз в администрации встретились представители краевых и городских властей и березняковские СМИ. Первое, о чем захотели поговорить чиновники, это приятные изменения, которые последуют за подписанием важного документа. Мы сейчас проектируем дорогу другую в Усоле, абсолютно другую. Мы там проектируем объекты социальной сферы, школы, детские садики. Мы хотим там спортивный комплекс хороший построить и так далее, чтобы там люди жили в нормальных человеческих условиях. На этом заседании обсуждали вопросы не только переселения, но и развития города в целом. Председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов открыл все карты. Об изменениях, которые коснутся горожан, мы расскажем в понедельник в выпуске новостей. Также Геннадий Тушнолобов сегодня принял участие в выдаче жилищных сертификатов детям-сиротам. Сегодня у 33 бывших воспитанников детского дома сбылась мечта о собственной квартире. Вы сегодня получаете, наверное, первую жизнь такое. Не буду говорить там все остальные, но первую жизнь свое самостоятельное имущество. Берегите его. Сегодняшний день – один из самых важных в жизни этих ребят. Впервые они берут в руки ключи от своего жилья. Такой дорогой подарок эти девушки и юноши получают от председателя правительства Пермского края и главы города. Среди счастливчиков не только березняковские ребята. Здесь дети из Соликамска и Красновишерска. Но то, что приходится переезжать в другой город, ребят не пугает. Даже наоборот. Именно здесь они смогут в полной мере начать новую жизнь. Я из Соликамска. И вот хочу как бы переехать сюда, в Березняки, искать работу. Новое жилье. Такой термин можно применить к этим квартирам во всех смыслах. Жилплощади, в которые уже сегодня въезжают дети-сироты, расположены в новом доме по адресу улица Ломоносова, 117А. Как поясняют представители Краевого министерства соцразвития, выделить сиротам квартиры, в которых никто до этого не жил, принцип современной политики. Конечно же, мы ориентируемся на новое жилье. Конечно же, мы ориентируемся на те нормы, которые сейчас предусмотрены по предоставлению специализированного жилищного фонда. Это не менее 33 квадратных метров. Если раньше это были нормы жилья, которые определены каждым муниципалитетом отдельно, а где-то они доходили до 6 квадратных метров. Правда, собственниками этих квартир ребята смогут стать не сразу. Эти жилплощади были выделены из спецжилфонда Пермского края и пока будут принадлежать региону. На протяжении 5 лет молодые люди будут жить в них по договору найма, но при соблюдении определенных условий смогут приватизировать эти квадратные метры. Конечно же, такие условия, такой порядок предоставления жилья существенно снижает риск лишения этого жилья, потому что все мы знаем, что были ситуации, когда жилье всяческими мошенническими способами изымалось у детей-сирот. В данном случае мы такой риск снимаем. Новые квартиры большие и светлые. На окнах уже установлены стеклопакеты. На трубах стоят водосчетчики. На кухне красуется новая плита и есть счетчик на газ. Конечно, обустраивать домашний уют и покупать мебель ребятам придется самостоятельно. Но это только к лучшему, считают они. Ведь есть новые вершины, которые нужно покорять. Наталья Луначева, Лев Сабуров, новости на ТНТ. И еще одно событие, которое никак нельзя обойти стороной. В Березняках сегодня торжественно открыли многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг. Теперь такие услуги жители города будут получать в режиме одного окна. Открыли многофункциональный центр с музыкой. Как-никак Новый год на носу. Для посетителей организовали самый настоящий праздник с Дедом Морозом и подарками. Не удержался от общего веселья и мэр города. Пошел хороводы водить. А после глава взял слово. Сегодня огромные слова благодарности тем, кто воздвиг вот этот центр. Огромные слова благодарности министерству.
Министерство правительственных информационных коммуникаций оборудовало центр самой современной техникой. Здесь и автоматическая информационно-справочная система, и уже полюбившаяся народу электронная очередь. Можете расписаться в получении консультации. Многофункциональный центр даст возможность жителям получать качественные услуги в 18 окнах ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 9 до 18 часов. Теперь в одном месте вы можете получить любую справку, оформить земельный участок, зарегистрировать приобретение и продажу квартиры. Позаботились здесь и о самых маленьких березняковцах. Рисуй себе картины, пока родители занимаются важными делами. А вот уже и первые посетители. Евгений пришел в центр зарегистрировать гараж и очень удивился скорости и качеству предоставляемых услуг. Очень хорошо сделали. Быстро все, удобно. Намного больше нравится то, что тут ни очередей нет, не стоишь по полдня в регистрационной палате в ожидании, когда тебя примут. Многофункциональный центр расположен по адресу Карла Маркса, 37. А готовятся стать его постоянными клиентами Сергей Коленик и Александр Зибзеев специально для Верхнекамья ТВ. Долгожданное событие. Главный каток города готовится к приему гостей уже в эту субботу. Одну из первых опробовала новенький лед Татьяна Александрова. Слухи о том, что первый ледовый каток не откроют, к счастью, не оправдались. Сейчас здесь идут последние подготовления к началу сезона. И уже в эту субботу желающие смогут вдоволь накататься. Да, эти бугры вот машина будет срезать, шлифовать, а потом горячей водой будем все равнять. Пока, видите, еще все неровно, но это временное явление. Директор стадиона Грахим любезно согласился прокатить меня по первому льду. Кое-где ямки еще попадаются. Мне помогла только крепкая рука напарника. Наконец-то погодные условия нам позволили залить главный ледовый каток города. Сегодня всю ночь рабочие заливали. И сейчас непосредственно проходит шлифовка льда. Цены в этом сезоне проката коньков горожан приятно удивят. Пара 100 рублей в час. А 10 первых счастливчиков вообще смогут покататься бесплатно. Партию новых коньков в этом году тоже закупили. Руководство стадиона поделилось с нами. Хорошо бы гости катка аккуратнее обращались с ними. На сезон хватает, потому что и снимают неправильно, и шнуруют, и прочее. И затем ведь массовое катание, то есть мы их сушим, выставляем снова. Промываем, снова сушим, то есть износ идет приличный. Так как вовсю идет реконструкция стадиона, вход на лед со своими коньками свободный. Забор, который был здесь в прошлом году, снесли. А помимо главного катка, развлечься можно будет и на хоккейной коробке, которую специально к этому сезону благоустроили. Так что бросайте вредные привычки и вставайте на коньки. Татьяна Александрова, Степан Некрасов, новости на ТНТ. До Нового года осталось 18 дней. Компания «Непоседа» уже сейчас дарит березняковцам праздничное настроение. Накануне в торговом центре «Оранж Молл» прошел детский новогодний праздник. Побывала там Евгения Кокшарова. Кажется, эти маленькие принцессы только что сошли со страниц волшебных сказок. В новогодних нарядах от магазина «Непоседа» юные барышни словно бабочки порхают по подиуму. На платьях воздушные рюши и стразы, а в глазах озорные искорки. В этом нежном возрасте непосредственность только к лицу. Я чувствую себя принцессой, королевой. Мне понравилось выступать. Это очень важно и очень волнуешься, испытываешь на себе волнение. Понравилось. Почему? Потому что я красивая. Если дочка маленькая принцесса, мама должна соответствовать и выглядеть как королева. Эти благородные платья в пол от магазина «Гланс» позволят мамам блистать всю новогоднюю ночь. А это завораживающее дефиле для самых маленьких красавиц и ребят постарше, которые тоже не прочь модно одеться и выделиться из толпы. Одежда для подростка должна быть удобной, модной и оригинальной. Такие вещи можно найти в магазине «Саботаж». В одежде от магазина «Саботаж» не стыдно и по подиуму пройтись. Мы хотим показать нашим родителям, да, нашим мамочкам и бабочкам, какие замечательные наряды есть в нашей компании «Непоседа». Да, то есть, что в наших нарядах дети будут неотразимы. То есть, и просто порадовать наших детей. То есть так мало праздников в нашем городе происходит. А без чего не обходится любой праздник? Правильно, без подарков. В перерывах между дефиле Миша, Маша, Баба-Яга и три молодца из детского театра «Апельсин» дарили гостям праздника хорошее настроение и другие подарки. А вам подарочки от компании. Какой компании?
и Поседа! Красочный праздник с песнями, танцами и конкурсами зрители оценили. Очень понравилось, красочно, ярко, дети очень красивые, очень непринужденно себя вели, просто замечательно. А тебе понравилось? Да. А почему? Это праздник. Потому что это праздник. Весело было, представление хорошее, детям понравилось, это главное. Череда новогодних праздников только открылась. Впереди елки, утренники в детском саду, школьные праздники и единственная ночь в году, когда детям разрешено не ложиться спать. Главное – провести время незабываемо, а компания «Непоседа» позаботится о том, чтобы ваш ребенок был самым красивым в сиянии новогодней елки. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и очередная серия проекта «Это реально формула красоты». Кто готов сдаться раньше и у кого сдают нервы. Не пропустите главную интригу. А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего вам доброго и отлично провести выходные. Спонсор прогноза погоды «Климат-маркет. Технологии климата». Весь ассортимент климатического оборудования по низким ценам. Советский проспект 2. Спонсор прогноза погоды – мультибрендовый бутик «Great Star». Это более 200 моделей платьев на любой вкус и размер. Оденься модно и недорого. Спонсор прогноза погоды – салон мебели, диванов на пятилетке 35. В Березниках 14 декабря облачно, снег, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью минус 10-12, днем минус 8, минус 6 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Ветер порывистый, юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду. В субботу солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. В воскресенье 15 декабря облачно, временами снег, температура ночью минус 8, минус 10, днем 10-12 градусов мороза. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, порывистый. Информация предоставлена центром ФОБОС. Вы должны знать. Корейская дизельная пушка стоит 9000 рублей. Технологии климата. Звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина – Советский проспект 2, территория Агроснаб. Представляем вашему вниманию новые поступления платьев в мультибрендовом бутике Great Star. Для вас вечерние, коктейльные, офисные платья любых размеров. Бутик Great Star – выбор настоящих звезд. Приходи, Оранж Молл, второй этаж. Хватит сидеть на старых диванах! Товарищ, не спи! Иди в Диванов! Диванов впервые в нашем городе! Старый диван заменит на новый! Вывоз старых диванов бесплатно! На новые скидки невероятные! Диванов, пятилетки 35, бывший магазин «Свадьба под ключ».